просто говорили, что это, да, 500-й, но он почти такой же, 4.45-2.0, который у нас уже был. Мы просто понимали, просто так он не может быть 5000-ником. Мы взяли его в полной комплектации, даже заказали холодильник для того, чтобы работать автономно в поле. И мы не ошиблись. И вот он наглядно показал разницу между тем трактором, хотя то для нас было уже достижением. Мы понимали, что это круто все. Но это оказалось еще круче. Он еще мощнее. Запас мощности у него есть. Культиватор таскает на любую глубину, по любым этим трудным. Справлялся. И механизатор им доволен, то, что неприхотливый. Ничего не делает, просто ездит, смену сдают друг другу. Пыль сдувает. Пока мы его функциональные вот эти возможности не исчерпали. Пока он идет хорошо, довольный, работает нормально. Не по ГСМ. В ГСМ особенная часть радует. То, что я сравнивал с другими. Приезжали специально дилеры и говорили, что их техника лучше. Я спорил, что наш класс, мы не ошиблись, нас нормально. Два одинаковых агрегата зацеплено было, образно говоря. То, что были дисковые сеялки. Это, размер был 18 метров. Что тот, что этот были, получается, одногодками. Говорит, что типа тот был меньше, старше, младше, неуместно. Терневой фон одинаковый был. Хозяйство от нас где-то плюс-минус рядом пару километров. Начали работать. У него показало на аватаре у нас 3,2 расход топлива, а на том показало 3,6 топлива. Хотя тот был уже более заряженный, более мощный, еще и на гусеницах. У нас Сирион 45-2.0 не отстал. И этот по топливу также, он буквально, они когда вместе ходили рядом, они по лету два спринтера таскали. И оба одинаковый расход топлива показывают. Потому что электроника, ее не обманешь. Без участия механизатора, там, ему не надо режимы выбирать, ему не надо выбирать оптимальную скорость. Просто агроном задает, что говорит, мне на культиваторе, зная физику этих стрельчатых лап, оптимальная скорость 8-10 км в час, где запущенное плохое поле начинает с 8 км в час, потом наращиваем до 10. 10 – это предел самой лавки, это не трактора. И поэтому и вообще механизатор не думает, какой скорость. Ему сказали 8 ходить, все, он 8 ходит, все.